О любви и верности, уважении к старшим и древних традициях чеченского народа. Спектакль с ярким и говорящим названием «Выше гор» показали в Москве. Это знаковое событие как для самого театра, так и для всей культурной жизни Чеченской Республики. Ведь за 33 года эти артисты ни разу не выезжали на гастроли. Премьерный показ состоялся на сцене Московского российского академического молодежного театра. По словам худрука, московский показ прошел специально на родном чеченском языке, чтобы показать всю глубину и мелодику этого произведения. Артисты уже готовятся к туру по крупным городам Северного Кавказа, а затем и по региональным центрам всей России. Мы хотим продемонстрировать в первую очередь здесь, в столице нашей большой родины, наши лучшие традиции, наш характер, наше милосердие и умение любить. Потому что в основе спектакля лежит любовь. Любовь к девушке, любовь к матери, любовь к родине, любовь к Всевышнему. Я живу этой сценой, я живу этим героем. Он мне дорог, дорог тем, что от человека люди, от терпимости друг к другу, о вечной верности, о вечной красоте, о вечной открытости и честности по отношению к всему, то, что Творец мира создал на этой земле, которую мы не знаем, тайны его, и человечество никогда не сможет узнать тайны мироздания этого у меня спектакля.